Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы посмотрим на игру, которая называется Camp Defense. Она очень похожа на игру, которая называлась Towerland. Все помнят, я ее играл. Правда, сейчас я ее забросил. Ну что, давай посмотрим, какие здесь отличия. Мне кажется, никакой абсолютно разницы не будет. Здесь мы воюем против зомби. Так, ну что, кланы, карта, кэмп. Пока это все закрыто. Трак. Сколько у меня денег? 476 монет, 10 гемов, юниты. Элли, Никас. Так, я могу прокачать Никаса, да? Оу, а Элли у нас, походу, снайпер. Ха-ха. Ну что же, окей, прокачали. Чуть-чуть, правда, совсем маленько. Ну что, третья волна. Давай смотреть. Зомби у нас такие. Смешные, конечно, ребята. Так, что ты делаешь? Ох ты. Ну да, ребята, очень-очень похоже на Towerland. Ох ты, гаденыши, плюющиеся зомби. А это еще кто такие идут? Тихо. Давайте, вышибал вызывать. Снайпер. Надо вот этих, наверное, поджарить. А что такой слабенький урон-то? Эй! Ну, этого хватило нам. Пока. Окей, ребят. Ого, 1228 монет. Тогда я могу прокачать себе. Так. А слот нельзя, да? Слот нельзя, ребят. Я могу... Во! У нас появился третий этаж. Модули. Кстати, а что за модули? Ага. Стрелки. Я могу их прокачать, ребят, до третьего уровня. Так, юниты. Ага. Агата, Хаммер. Хаммер, видимо, с таким гранатометом. А можно его купить? В плане 349 рублей. Эй! Вы серьезно, что ли? Какие нафиг 349 рублей? Вы что, сразу игра начинается с доната? 790? Ладно, ребята, я, естественно, пока не буду сюда ни рубля вкладывать, потому что, во-первых, мы не знаем, будем ли мы в нее играть. Во-первых, я не знаю, зайдет ли она вам. Поехали, попробуем пока так, своими силами. Это у нас первоначально какие-то зомби идут. Давай вызываем стражников. Пускай они тут разбираются с ними. Давай-давай, кромсаем, кромсаем их. Так, пока неплохо. Единица, уж тихо ты. Ты пос... Эй! Слушай, мне нужно какой-то модуль поставить, судя по всему, ребят. Потому что иначе меня сейчас по воду заколбасят. Ну-ка, охрана. Охрана, бомбим этих нищебродов. Ты посмотри, какие зомби, а. Противные. Надо вот дальников, ребят, всегда уничтожать надо дальников. Они самые пакостные. Хорошо, у меня вот эти ребята пулеметчики там наяривают, будь здоров. Ага, если я посмотрю рекламу, мне 3600 дадут в бонусом. Хорошо, давай. Ну что же, обещанную награду мы с тобой получили, верно? Верно. Поставить рейтинг. Пока никакой рейтинг не будет, мне уже не нравится, потому что вы здесь, ребята, заламываете цены. Сразу же, причем, я не успел начать играть, как они уже... Так, подожди, может быть нам... Ну, конечно, лучше прокачать, но... О, Джейк появился. Слушай, а Джейка я могу купить, друзья мои. Это чувак с УЗИ. И я его хочу поставить. Как тебя, парень, врубить-то? Вот, сюда. Пускай он стоит у нас здесь. Я его еще немножко прокачаю. До какого? Давай до третьего уровня. Допустим, вот модули, давай посмотрим, какие у нас. Только вот это и все, что ли? Странно. Башен пока нету, ребята. Я не знаю, с какого уровня это все будет открываться. Ну, давай. Так, я хочу посмотреть, ребята, что он делает. Ага, он так же, как и снайперша, да? Только он бросает какую-то гранату. На-ка. Жаркое сделаем из них. Босс? Какой еще босс? Где босс, ребят? Да ну, завязывай давай, парнишка. Босс, вон идет, смотри. О, так он еще и станет. Это хорошо, кстати, что он делает стан. Блин, два охранника это мало как-то. Мало, но они сейчас босса... Фу, босс тоже мне. Кучка навоза пришла здесь. Порвали, ребят. Они меня так и будут, да? Ну, в принципе, ребята, на начальных стадиях всегда надо смотреть бонусы и получать, естественно, деньги, потому что это нам помогает в раскачке. Ну что же, награду получили мы. Опа, камп. У нас открылся. Оу. Это, друзья мои, наша база. А вот это что такое?
Ага, это я вспомнил. Мы тоже, ребята, с вами собирали там звездочки, да? Помните, и прокачивали скиллы. Значит так, это у нас повышает жизнь призванным юнитам. Это у нас обилки. Сокращаем время перезарядки. Это мы, я так понимаю, усиливаем, видимо, нашу базу. Это мы прокачиваем экспириенс, да? За убийство, видимо, будем получать быстрее опыт. Но здесь, естественно, голду. Конечно, голду, ребят. В первую очередь я считаю, что нужно бросать все на голду. Так, я могу здесь 50 тысяч. Откуда у меня такие деньги? Так, а в магазине что? Понятно, это, ребята, сразу донат. Сразу же донат. А вот это что такое? Так, я могу? Могу получить? О, спасибо. А это у нас пак идет, да? Почему-то он мне не дается. Это у нас, короче, будет вначале вот бронзовая, да, у нас лига. Потом будет серебряная. Что еще тут есть? Ага. За 100 гемов мы можем получить с тобой 63 тысячи монет. Заманчиво. Так, вот это смогу я прокачать? Да, за 3000 можем прокачать себе шахту. Она будет нам приносить, как ты видишь, по 60 голды. Я не знаю, там в секунду или в минуту. В общем, будет приносить доход. 2200 прокачиваем, ребята. Прокачиваем. Юнитов пока новых нету. Оу, я могу купить, ребята, за гемы вот этого Томаса или Зика. Томас идет как защитник, Зик идет как стрелок. Наверное, я все-таки приобрету Томаса. Это типа Джейсона Вурхиса у нас. Чем-то похож, да? Ну-ка, давай посмотрим, ребят. Да как-то надо нам вот этих вот. Это вот наша основная, ребята, сила. Естественно, наши незыблемые стрелки. Вот что мне нравится, ребят, что он бросает гранату, и она станет. Это, конечно, круто. Давай. По идее, тут, наверное, должна быть... Ага, я могу... Ой, тихо, не надо, не надо скорость повышать. Что же я делаю-то? Так, давай вот сюда вот. Ох, как быстро нас тут раскурочивают. Ты посмотри, ну, в любом случае, мы здесь выиграем. Есть контакт. Замечательно. Ну, как ты понял, да? Бонусы будут после каждого уровня даваться. Забираем свою награду. Так, 7 тысяч, да? Дай-ка я куплю, наверное, все-таки. А если я возьму Томаса, мне его даже некуда будет поставить. Поэтому надо прокачивать нам. Что? Что я там должен поставить, построить? Честно говоря, не очень понял, что мы там должны сделать. Постройте. А как я ее должен построить тренировочную? Погоди секунду. Говорят мне построить тренировочную базу. А, она стоит 10 тысяч. Все, ребята. Значит, копим с тобой 10 тысяч. Седьмая волна. На 10, я так понимаю, пойдет босс. Влупляем. Так, вот это, конечно, немножко меня напрягает, что надо постоянно выбирать. И в Тауэрланде, да, насколько мы помним, ребята, там враги выходили из лесу. Здесь непонятно, откуда они бегут. Тихо ты! Да ну! Эй-эй-эй-эй-эй, вас тут слишком дофигища. Их тут просто... Ребят, мы, наверное, тут сфейлим сейчас. Потому что они заплюют, хотя нет, не факт. Давай вот этих вот... Нати! Блин, а что нам нужно сделать, чтобы поставить себе хоть какую-то элементарную защиту? В Тауэрланде у нас были там, помнишь, да? Шипы, там еще что-то. Сколько на этот раз? Вот если мы с тобой сейчас посмотрим, мы сможем приобрести тренировочный зал. Забрали. Теперь идем на нашу базу и ставим себе. Так, первого уровня, да? Теперь, по логике, я могу прокачивать себе дальше. 3700. Опа. Погоди-ка, я не понял. Это внизу появилось. Внизу. А что нужно для того, чтобы вот... я пока не пойму, ребят, если честно.
Ну, прокачивать нам нужно наших бойцов. Так, давай-ка я возьму, наверное, куплю Томаса. Я хочу, ребята, поставить все-таки, наверное, вместо снайперши. Я думаю, ты понимаешь, почему я это сделал. Потому что в данный момент меня интересует именно защита ближнего боя. Потому что я надеюсь, он это будет делать. Потому что ближники здесь все-таки круче, чем дальники. Ну, а мы с тобой переходим на следующую битву. Так, я посмотрю, что он делает. А, он сам идет в бой. Это что-то новенькое, ребята. Он идет сам в бой. Но это, в принципе, и круто. Посмотри, он один там неплохо бомбит их всех. Давай, давай, беги. Я его как смертника отправляю. Ну, на то он, ребята, и Джейсон, чтобы помогать нам. Хотя это, наверное, не Джейсон, на самом деле. Так, слушай, а у них, смотри, сколько мощей, ребят. Так, давай, наверное, вот сюда вот бомбанем. Да, что-то как-то, ребята, у нас тут не очень хорошо. Стрелков нужно прокачивать. Потому что это как бы основная наша уронная мощь, так скажем, да? Давай, Джейсон, выходи вместе с ними, там бомби их всех. Но здесь пройдем. Если еще его прокачать, я думаю, он будет не кисло бомбить. Нати-ка, встан их там, вогнали всех. Так, давай, давай, Джейсон, ты не расслабляйся, беги дальше. Ты пришел тут отдохнуть. Вот так вот это все делается. Кстати, у нас звездочка, по-моему, уже получена, да? Ну, забираем награды. Дай-ка я зайду сюда и посмотрю, есть у нас... Да, у нас две звезды. Так, или же опыт. Нет, все-таки деньги. Вот, 7,5% у нас с тобой будет теперь тикать. Так, а здесь, чтобы поднять, а что это нам... А, это я собираю... Ох, ёк-макарёк, это... Я думал, что это нужно увеличивать опыт. Это, оказывается, мы с тобой забираем здесь деньги. Улучшить за 10 тысяч. Конечно, ребята, улучшаем. Ты понял, да? Это наш банк. Это наш, ребята, банк. Так, а здесь что нужно? Ага, пройти 20 волн для того, чтобы дальше мы смогли с тобой повышать. Слушай, может быть, здесь есть русский язык? Нету ничего здесь, да? Понятно. Ладно, закрываем. Переходим сюда, и я буду прокачивать вот этих наших ребят. Это плюс 4 к атаке идет им, да? За каждый левел прокачанный, я так понимаю. А ну-ка. Угу. И теперь прокачаем наших юнитов. Смотри, медик. 400, ребята, гемов. Не кисло. Так, ну что? Я вот думаю, наверное, Никаса нужно прокачать. Потому что... А вот почему вот это вот 0, видишь? Тут 0 идет. Хм. У Томаса плюс 14. То есть, получается, что... Этот все-таки прокачивает себе мощь. Можно его характеристики посмотреть? Здоровье, дамаг 110 пока, да? Дамаг у него 110, окей. А сколько дамаг у Никаса? В плане, я не хотел прокачку, я хотел посмотреть. Ага, у него 1000. Ладно, давай посмотрим, насколько мы с тобой хороши сейчас стали. Давай-ка он туда закинем с тобой. На-ти-ка, паршивцы. Что-то я не вижу, чтобы мои пулеметчики тут хорошо мне помогали. Так, станем тут, давай всех. Так, 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 так. Нам нужно, знаешь, что с тобой прокачивать? Чтобы навыки как можно быстрее откатывались. Вот что я тебе хочу сказать. Эти плевуны достали там уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну я думаю, что мы здесь все-таки выживем. Так, если мы с тобой получим, интересно, 10-ю волну пройдем, нам дадут модули наши, которые мы можем свою машину-то улучшать. Она вообще без защиты. В данный момент вообще без защиты идет. Давай, давай, родные мои. Ага. Ну, а вы потом в конце, ребят, напишите в комментариях, как вам игра. Понравилась, не понравилась, или все-таки Towerland лучше? Так. Сколько тут? Ну, я не знаю, ну давай возьмем. Деньги лишними не бывает, да? Как мы понимаем.
6700. Подожди, подожди секунду. Это я все понял. А здесь нужно 20-ю, да, волну пройти. Так, давай-ка, наверное, мы в плане. Это что? Апгрейд 15. А, у меня денег нету. Разогнался. Думаю, что-то я не могу улучшить, а потому что денежек нету. Блин, они 11 уровня. Блин, когда получу эту, а? О, друзья мои. Шипы, да неужели, наконец-то. Конечно, их ставим сюда. И я еще прокачаю их. Это, ребята, чистой воды защита будет. Они будут бежать, соответственно, на эти шипы. И должны получать неплохой, так сказать, урон. А Джейсон, когда, кстати, стоит на месте, он бросает свои топорики. Вот что он делает. Босс опять? Кто там у нас босс? Воу-воу-воу-воу, ребята, а вы узнаете этого босса, а? Я думаю, что многие узнали, на кого это идет отсылка. Да-да, именно на пирамида голового. Именно на него. Так, спокуха, дядя. Что ты тут себе позволяешь, я не понял. Ну-ка, Джейсон, выходи. Раскрамсули, до свидули делаем. Ти! Сосуночек какой-то был. Ну, как ты понимаешь, победа здесь за нами. Добили? Добили. Так, ну тут почти 9000 дают нам. Ну, почти половину набили, да? До звездочки. Оп, в копилочку нам монетки. Карта, ребята, открылась. Ё-моё. Только сейчас увидел, что у нас открылась тут карта. Такая неплохая, ребята, карта на самом деле. Но я пока ничего не могу сделать. Могу вот сюда пойти. Так, это мы с тобой получим, да, судя по всему, 15 тысяч. 10 уровень нужен. А давай попробуем, я хочу просто глянуть. Ох ты. А тут оказываются мародеры, ребята. Тут оказываются у нас мародеры. Не какие-то зомбики несчастные, а именно мародеры. И я хочу уничтожить ихнюю базу. Блин, шипы, конечно, у них тут тоже вредят нам. На, топором тебе. Сейчас мы вот так вот на опережение. Блин, что-то как-то мало мы наносим тут урона. Давай-ка вызовем этих ребят. Пускай они тут займутся. Нам все-таки нужно прокачивать нашу тачку. Чем круче тачка, тем больше ячеек, соответственно, больше урона и тому подобное. Больше юнитов мы можем с тобой разместить. Ох ты, тут смотри-ка уже. Куда вы, ребята, бежите? Я не понял. Уже с винтарями. Мне что-то сразу вспомнилась игра эти... Вояки против зомби. Помнишь игруху такую? Когда из автобуса-то выходили наши бойцы, и мы там уничтожили. Ну, в принципе, ребят, мы здесь пройдем. Мы уничтожим к ядрению Фени его базу. Воу-воу-воу-воу, с огнеметом там идут, ребята. Ну, давай-давай-давай, там осталось чуть-чуть совсем. Ну, давай, добиваем. Победа. Так, это я захватил, и я так понимаю, можно это теперь улучшить. Неплохо, кстати. Опачки. 3000 монет будет к нам в копилочку падать. Здесь, как ты видишь, на 20 уровне можно рвануть. Здесь уже на 30. Я понял вас. Что вы мне показываете это здесь, я не могу понять. Все, я здесь уже видел. Погнали. Ох, 4000, серьезно что ли? Ну это уж круто, слишком круто. Блин, может быть, я зря все деньги слил на прокачку базы. Хотя подожди, пока еще рано о чем-то тут говорить. Врагов очень много. Очень, ребята, много. Но база наша, как ты видишь, крепкая. Шипы очень даже неплохо их уничтожают. Так, что сделать? Вот так, наверное, мы с тобой их кинем. Вызываем этих наших ребят бравых. Давай, 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 допинывайте их. Сюда бомбанем. Так. Бравую команду вызываем. Такие с этими трубами. Ура, в атаку бегут. На, на, получи, жиробас. О, почти 10 тысяч.
Так, друзья мои, мы, по-моему, получили с вами звезду. Сейчас проверим. Да, звездочка есть. Давай, наверное, вот это вот. Это мы с тобой что делаем? Защиту нашей базы. Так, 2800 забираем. Тут нужна 20-я волна, да? После 20-й волны мы только сможем с тобой здесь улучшить. Хорошо. Так, модулей новых нету пока. Юниты. А, я же хотел точно, ребята, прокачивать нашу базу. Да что ж такое-то, а? Почему не дают следующую ячейку? Юницу... вот что значит. На 15 уровне. На 15 уровне мне только дадут одну ячейку еще дополнительно. Вы серьезно сейчас? Вы сейчас не прикалываетесь? Ну это же жестко. До 15 уровня прокачать мне нашу базу. Это... Там дофигища, ребят. Давай, помогайте, помогайте, помогайте. Так, наверное, вот сюда вот. Мне надо поставить кнопки, ребята, сюда, да, вот расставить, чтобы мне было проще управлять. А то вот так постоянно кликать тоже не накликаешь, так сказать. Ну, ой. Ой-ой-ой, разборка у нас идет, ребят. Выходи, выбегай. Так, ну мы почти сравнялись по хпшкам. Сейчас этих добьем, наверное, с тобой. Давай беги, а не метай там свои топорики. Наверное, все-таки снайперша будет здесь лучше, чем этот Джейсон. Почему, ребят? Потому что у нее массовая атака идет. А у Джейсона, видишь, я думал, что здесь будет отряд вызывать. То есть он будет вызывать отряд и еще сам будет стоять и отбиваться. Но как бы не так. Так, ну что, забираем деньжатки. 17 тысяч маловато. Здесь заберем еще капельку, да? Блин, прокачивать надо, прокачивать. Е, ну наконец-то. Так, я могу вернуть сюда Эль. Ух, погоди. Бессмертный Буч. Конечно, возьмем. Я, правда, не знаю, кто он, ребята. Он защитник тоже. Хм. Он у нас тоже защитник. Хорошо, давай посмотрим, что он вообще из себя, ребят, представляет. У него плюс 18 идет к мощам. Так, ну что, поехали. Ну-ка. Ох ты. Вот это, ребята, мне вполне устраивает. Когда именно выходят охранники. Охранники, ну, ты понимаешь, да, кто? Здесь вот этот вот боец выходит сам. Я, наверное, ребята, все-таки заменю его на Элли. Эти, видишь, с кнутами идут. Типа бессмертный, им по барабану на все. А этот вот именно сам бежит. Нет, все-таки Элли надо брать. Возвращать ее обратно. Хотя, блин, я не знаю, как тут лучше сделать. Давай, вжаривай сюда вот. Выходим, выходим, ребята, выходим. Не прохлаждаемся. Вон они как плетками там лихо бомбят. Они еще и оглушают, прикинь, противников. Окей. Так, дальше что? Мы, может быть, здесь что-то можем с тобой еще захватить? По-моему, ничего пока. Прокачка. Ну-ка, давай посмотрим, может быть. Нет, ничего нового не появилось у нас. К сожалению, пока ничего нету, да? Усилили. Усилили. Так, это 14-я волна, да? По идее, сейчас должен быть Басяра, насколько я могу понимать. Блин, я же хотел Элли поставить вместо этого. И опять забыл. Ладно, беги тогда в бой. Хламон несчастный. Хламон. Так, если мы вот их застанем здесь. О! Блин, эти плевуны бесявые. Чувак с каким-то там дробовичком тук-тук стреляет. Давайте сюда вот вжарим. Да ну, им нас не пробить. Им нас здесь не пробить, не промять. А вот мы-то сейчас им тут зададим жару. Давай-давай-давай, дави. Отлично.
Ну, тут еще немножко и получим звездочку. Плюс 11 тысяч в копилку нам упало. 11 тысяч. Слушай, а босса не было. Босс, наверное, будет, друзья мои, сейчас. Да, 15-я волна, именно на 15-й волне 100%. Да ё-моё, я опять забыл, ребят, заменить. Да что ж ты, Рэй, делаешь-то? Нате-ка вам в оглушение всех. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сминает нас потихоньку. Ну-ка, продолжаем. Их надо, ребята, станить. Когда мы их станем, вот это уже хорошо. Идет охламонище. Ну, друже, давай. Это босс. С каким-то... А, он со знаком пришел. Все, да выпендривался. Сейчас вот здесь вот зашвырнем. И порвали. К чему они бросаются? Какими-то какахами. В нашу машину какахами бросаются. Вот, и звездочку мы с тобой заработали. Так, секунду, я хотел, ребят, чтобы пока не забыть, поменять. Поменять вот этого воина на Элли. О, погоди, там... Ёлки-палки. Нам Марк доступен и Кути. Блин, ну давай Марка, наверное, возьмем. Вот сюда Марка поставим. А я что, могу сюда, что ли? Да, ну, быть такого не может, чтобы я сюда... Нет, это просто, наверное, улучшение. Так, и Кути. Давай вот сюда вот поставим. Просто для проверки, друзья мои. Я знаю, что прокачивать... Всех прокачивать, это глупо. На самом деле. Что, уже так быстро деньги слетели? Офигеть. Да, деньги тут как вода. Ну что, ух ты, карта. Карта, ребята, еще увеличилась. Вот сюда можем, да? Ну тут 33 уровень, мне не взять. Вот 20 еще можно попробовать. Поехали, я хочу просто проверить. Ну-ка. Ах ты, ребята, это такой же, да? Так, арбалетчик-то, что ж ты такой плохенький-то, а? Ого, смотри, какие новые зомби, ребята. Блин, Кути, ну... Я не знаю, надо посмотреть. Может быть, у них на определенных уровнях что-то прибавляется. Но в данный момент я... Нет, Кути как-то мне не нравится. А вот этот вот, по-моему, ребята, это отсылка из «Ходячих мертвецов». Я не помню, как его звали-то, чувака. Помнишь, с бейсбольной битой-то? Да-да, это именно тот самый персонаж. Так, ну что, друзья мои, наверное, мы будем с вами на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев по поводу этой игры. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.